Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei Nova 10 SE. И сейчас мы разберемся, как почистить кэш на данном телефоне. Итак, для начала мы выключаем наш девайс. Зажимаем кнопку питания. После чего нажимаем на выключение. Нажимаем, чтобы выключить. После чего зажимаем кнопку увеличения громкости и кнопку питания. Когда появляется логотип, отпускаем кнопку питания, держим кнопку увеличения громкости. Итак, мы сейчас в recovery моде. Здесь работает сенсор, потом спокойно. Потом wipe cache partition. И back. То есть, все, что нам надо сделать, это нажать clear data. Wipe cache partition. Нажимаем Back и Restart. Итак, телефон был перезагружен уже с очищенным кэшем. Оп, просит нас ввести пин от карт. 2-2. Окей. Потом вводим пин уже от нашего телефона. Таким образом запускаем телефон. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!